А в литературном музее прошел вечер, посвященный столетию со дня рождения Аркадия Исхеля. Чувашский прозаик, поэт, драматург, мастер сатиры и юмора родился в Цивильском районе. Работал в редакциях газет «Канаш», «Коммунизм Ялави», возглавлял Союз писателей Чувашии. Аркадий Исхель начал свою деятельность в 30-е годы прошлого века. Его первый поэтический сборник «Добрый день» увидел свет в 35-м году. Широкую известность писателю принесла повесть «Орел» о чувашском летчике, герое Советского Союза Федоте Орлове в 1944 году. Кроме того, Аркадий Исхель перевел на чувашский язык стихотворения Пушкина, Некрасова, Шевченко, роман Фадеева «Молодая гвардия». Дочь писателя Валентина Аркадьевна вспоминает, что семья у них была дружная. Отец много времени проводил с детьми, хотя во время работы отвлекать его было нельзя. Папа никогда не шумел, не кричал, никого нас не наказывал. Он умел так сказать, что уже, вообще мы были, даже соседи отмечали, дети из Хеля, глаза вот так выставят и смотрят изумленно все такие. Вот глаза у всех похожие, необычные. Ну, у нас как? Пока папа дома работает, нас тихо нам надо было быть. Папа ушел, мы уже можем пошуметь. А в общем-то мы были очень такие примерные дети. Вот старшая сестра закончила золотой медалью, я серебряной, младший брат тоже серебряный. Ну, то есть мы хорошо учились.